В этой луже застряла не одна машина. Здесь топкое очень дно, топкое очень дно. И застряла не одна машина. Теперь не застревает, потому что им путь перегорожен теперь. Вот так вот. И едут. Один даже дважды здесь застревал. Хотя объезд был вполне хороший. И сейчас он есть. Но мы не застревали. Умные горы не пойдет. Так, в этом месте уже штук 5 машин. Мы подъехали, одна была. Еще подъехали. Но это не грибники, это так. Туристы. Ладно. Листья уже пожелтели, а мох зеленый. Это гриб-говорушка. Ну, он уже поел ее кто-то. Он уже не очень симпатичный. Привет! Какая встреча! Как хорошо! В другом лесу встретились. Да. Ну, как вы видео смотрели мое? Да. Ну, понравились вы сами себе. Да. Интересно, да? Все ваши видео вот так просмотрела. Очень интересно, да? Познавательно. Ой, а мы приехали на минутку. Вот сейчас вот приехали. Снимаю грибы, нашла вот 2 гигрофора. Вообще грибов нету, да? Нету. Я тоже только приехала. Мы здесь вот не собираем. Мы собираем... Там дальше едем, но сегодня нет времени и не было. Вот только вот буквально приехали. А народу много. Кто шишки собирает, то ветки какие-то собирает. Вот. Да. А что, вы одна сегодня? Да. Ой, не скучно вам одной? Не, нормально. Да? Ну ладно. С дорогой. Назову видео так же самое, только часть вторая. А мы в Питере были, съездили. Я говорила, нет? Да. Уже тогда, да? Ну, да. Питерские видео мне на другом канале. Сюда тоже чуть-чуть поставила тоже. Чуть-чуть видела. Да. Вот. Так что, а 5-е не смотрели? Нет. Вчера такой туман был. Ой, я хотела съездить туда на Ольшу глянуть. Угу. Но не было возможности никакой. И сегодня тоже так вот. Собрались бегом. Надела эту куртку. Хорошо, куртка была теплая. А то в кожаной тужурке это тут вообще Похолодало сильно, да? Я тоже так думаю. Пройтись. Угу. Вроде как... И не сильно холодно, да. Для таких осенних грибов хорошо. А чем вы занимаетесь вообще-то? Домохозяйка. Домохозяйка, да? Да. А кто у вас, мама, еще кто? Не, у меня муж и 2 деток. А чего ж муж не ездит с вами? На работе. А, на работе. Сегодня, поэтому да. Вы одна. Хорошо, да. Что вы не одинокая, а хорошо, что у вас такая большая семья. Я рада. Спасибо. Вот. Ну ладно. Но я здесь тоже... грибов нет, вам надо сесть куда-то дальше. Нет, если... на той стороне тоже были. Мы туда прошли немножко, даже ни одной рядовки не нашли. Хоть свежий воздух. Да, свежий воздух. И знаете, да. Вон там еще, вот по той дороге, вон туда, там вот полянка с правой стороны, возле лужи, там мы всегда их собираем тоже. Там много бывает иногда. Угу. И зеленых, прямо кучками. Вот. С той стороны, да. Гигерофоры. Угу. Или сластены. Их называют сластенами. Они бывают крупные, зеленые, большие, бывают маленькие, беленькие. Вот. Попробуйте их. Сейчас я вам срежу их, и вы их бросите в суп. Это хорошие грибочки. Очень даже. Но они даже не заметны. Так, гигерофоры варят в маленьком количестве воды, делают из них в морозилку, кладут чашечку какую-нибудь, делают такую льдышку из грибов и бульона, и потом бросают зимой суп. Грибы сластёные. Если захотите, потом это самое найдете, сделаете как-нибудь. Хорошо. Ну и так их можно съесть. Спасибо. Ну ладно, все. Будем знать. Да, будем знать все. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы Наталью встретили. Давай я тоже одену куртку свою, а то она меня не узнает где-нибудь, если встретит. Да? Нет, я вас узнаю, наверное. А то у нас завалялось много-много всего вот этого добра. Не буду говорить вслух про что. Да. О чем речь, то есть, вот, поэтому дай ему телефончик, пожалуйста. Хорошо. Саша. И чтобы, мало ли, да. Когда-нибудь или в интернете, ну, в интернете, да, чтобы мы обратились. Угу. Когда-нибудь. Хорошо, что я вас встретила. Даже сразу не узнала, разбогатеете. Спасибо. Да. Но меня узнать просто, я опять... Я сразу вас заметила. В том же самом виде. Но сразу вы заметила. Меня не видели в нормальном виде. Ну ладно. Когда-нибудь, может, увидимся, да? Да. Ладно. Вот эти вот. Я снимаю всех. Уже в настоящий период, но это Санкт-Петербург выпускал. Ладно, они... вот сапоги мои. Счастливенько. И вам тоже очень приятно было встретиться. Хорошо. Саша, выходи! Куда ты забрел? Блин, наша
пока-пока, пошла искать петушки. 3 недели назад она здесь набрала 3 ведра. В этом месте она сама удивилась. А мы тем более. Ну вот, ну все. Пока-пока, Наталья. Удачи тебе. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.